Сегодня 20 июля, соя, сорт Турмалин. НС. Так, конечно, визуально очень хорошо выглядит. Завязала уже в нижнем ярусе бобики, в среднем, и вверх отцветает. Причем снизу, я смотрю, даже есть как бы дополнительное формирование бобов. Видать, это была реакция на погоду, на благоприятную погоду. Потому что соя тоже страдала сначала от прохладной погоды, затем от засухи. Ну, то есть были моменты, то есть еще остатки трещин присутствуют. Но сейчас уже эти трещины, они как бы сомкнулись. То есть влага есть. Сейчас соя не страдает, наоборот, развивается. Так хорошо. Достаточно. Цвет приятный, болезней нет. Сорт я его настолько не знаю, пока ничего сказать не могу. Потому что встречал, все с ним работал, но в маленьких, небольших объемах. В этом году здесь более чем 600 гектар этого сорта. Ну так пока вроде бы неплохо себя ведет. Защита здесь гамбит. После посева до всходов. И Базагран плюс Хармони. И также противозлак здесь был. Базагран плюс Хармони был уже по тройчатому, наверное, первый лист был тройчатый. Потому что до этой фазы неплохо работал гамбит, сдерживал марь. Вообще почвенники в этом году очень хорошо сработали. И уже противозлак более, ну, чуть позже. Уже, наверное, было 3-4 тройничных листа. Здесь была безотвалка удобрений. Здесь не вносили. Инокуляция также была проведена на семенах. Клубеньки присутствуют. У основания стебля есть. Видно, что корневая система как бы отреагировала на влагу, начала развиваться. Вот у основания стебля очень много новых корешочков ближе к поверхности почвы, потому что почва была пересушена сантиметров, наверное, на, ну, до 10, наверное, точно. Потому что горох сразу отреагировал на засуху, высох стебель, затем уже стали созревать горошины. Потому что обычно горох созревает как? Стебель еще зеленый, горох уже начал созревать. В этом году все поменялось. Также влаги не хватило и чечевицы. У чечевицы также стали происходить уже необратимые процессы. Чечевица, понятно, что еще она пятнами. Пока еще не пришло ее время, но влаги как раз не хватило и тогда, когда нужно было. Так что вот так вот по сое. Соя. Ну, с соей вроде бы все неплохо. Потому что соя по вегетации более длительная. И все равно какой-нибудь дождь в нашей зоне, он на сою упадет. То есть не было такого, чтобы прям на сою не падал ни один дождь. Все равно какой-нибудь, либо это будет в августе, либо это будет в июле, в июне. То есть обычно, как правило, все равно какой-нибудь дождик. Реакция, конечно, тоже разная.
на такое выпадение осадков. То есть бывает так, что тут уже вопрос с нормой высева. Норму загустить можно, посев, и когда осадки в более ранний период, то есть вы получаете мощную вегетативную массу, а уже ближе к урожаю вам просто, ну, как бы растение не может сформировать нормальный урожай, не хватает силы, вроде бы масса мощная по грудь, а сил не хватает, и начинает все сохнуть, соя мелкая. Но опять же, все зависит от сорта. Есть сорта более стабильные. А если сорт, ну, стабильный, я имею в виду, которые созревают ближе к сентябрю, могут середины августа или в конце, не в конце, до середины сентября, обычно они формируют стабильно, ну, в пределах 20 центнеров урожая. Если это более длинные сорта, скорее всего, они не дадут в такой компоновке, ну, я имею в виду, не дадут урожай. То есть они сдуются. Или ситуация, когда обратная ситуация. Вы посеяли также густо, загустили, но дождь пошел не в начале вегетационного периода, даже не до середины вегетационного периода, а уже ближе после, а во вторую половину вегетации, то здесь бывает так, что густота играет положительную роль, то есть соя берет количество. Она может выглядеть плохо, в отличие от сои, более такой, как сказать, более редкость со сниженной нормой, но урожай может быть чуть-чуть быть лучше, выше урожай, потому что, ну, как бы дождь упал вовремя, хотя вид не очень. Такое бывает, это нормально для сои, поэтому здесь как бы нужно выбирать оптимальную норму высева именно по своему климату, по климату, который, ну, как правило, потому что на это нужно очень важно, ну, важно обращать внимание, потому что не нужно обращать внимание на какие-то единичные климатические моменты. Нужно все же пытаться прорисовать эту себе схему, что может случиться, ну, я имею в виду, если сколько раз, ну, как климат себя вел в течение там 10 лет, если он себя достаточно ведет, ну, благоприятно по каким-то параметрам в течение там 8 лет, ну, из 10 8 лет, это вот такая вот схема, то ее лучше придерживаться. Здесь где-то 600 тысяч, густо это или редко. На мой взгляд, это нормально, может быть, даже чуть загущено для этого года. Но это не сильно влияет на урожайность в данном случае. Поэтому соя цветет, выглядит нормально, листья широкие. Все здесь вроде бы неплохо. Кроме гербицидной обработки, здесь в целом больше ничего и не было. Ну, понятно, что инокуляция. Вот так вот. Посев сеял карапит 800С.